Кто там себе меня хочет атаковать? Вот, вот смотрите, новый, новый какой-то мини-ботик. Ого, сейчас будет битва с кетчупом, походу. Вау, еще и сверху вертолета такой, хуй, а жизняк взялся. На, взорвал кого-то там. Всем привет, ребятки, с вами Никита ТВ Геймс, и мы продолжаем проходить уровни «Машина ест машину». Вторая часть нашей любимой хищной машинки. Ну что, я немножко, как вы видите, насобирал денег. И теперь мы попробуем пройти опять этот злосчастный 18 уровень. Ну, для этого сначала давайте немножко прокачаем нашу машинку. Ну что, мы тут можем улучшение, по-моему, устройство. Так, нет, мы не можем, ребята, еще устройство купить. Нам, как вы видите, не хватает два винтика. Обидно, обидно. Но зато мы можем купить какую-то пушку, наверное. Пушку, а может бомбы, а может улучшение сделать. У нас же броня улучшена полностью. Так, на турбо деньги тратить не будем. Или турбо. Давайте, ладно, улучшим турбо максимально. И теперь купим пушку. Давайте, наверное, новую пушку купим. Во. Ее улучшим. Вот это другое дело. А бомбочку можем улучшить? О, вернее, купить новую нет. Мы можем улучшить движок. Вот, давайте еще движок улучшим. Ну все, ну мы уже прокачали нашу тачку. Очень серьезно, ребятки. Поэтому мы должны сейчас пройти этот 18 уровень. И нам эта пила ничего не сделает. Хотя я что-то сомневаюсь, если честно, ребята. Но все же, давайте попробуем. Ладно, давайте поставим среднюю за сложность. Потом вернемся и еще что его переиграем на уровень. Ну что, где он? Вот это пила, ребята. Бомб нету, бомб нету. А я тогда уматываю. Я уматываю. Э-э-э. А что такое? Фу, ну да, я пила послабее, ребята. Ну, она сейчас опять сделает, ну что ж такое, ну? Да ёшкин ты кот. Обидно. Главное, видите, не надо было давать ей опередить меня. О, фух, и бомбочку взяли. Ля-ля-ля. Бомбочку взяли. Вызываем метеоритный дождь. Ну что? Где ты, метеоритный дождь? Бомбочек нету, жалко. Жалко, нету бомбочек, но мы как-то еще держимся. На, на тебе бомбу. Зря бомбу потратил. Да ёшкин ты кот, ну пробивайся ты сквозь эти ботки. Фу, я вот летел на бомбу. Ходил бомбу хорошо. Ребята, мы с такими успехами вообще ни одного сундучка не найдем. Ну что, идем дальше. Тут бы какая-то жизняка была. Ничего нет, ничего не попадается нам. Ай, ё-моё. Ну что, одна бомба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, фу. Прошли какой-то мостик. Не знаю, что там было внизу, ребята. Фу, хоть взяли одного хмельника. Это уже неплохо. Бомбочек нет, правда. Все меня хочет атаковать. Вот, вот смотрите. Новый. Новый какой-то мини-ботик. Ого, сейчас будет битва с кетчупом, походу. Вау, еще и сверху вертолета такой. Хуя, жизняк взялся. На, взорвал кого-то там. Кого-то я взорвал. Вы видели? Там был какой-то такой асфальтоукладчик. Вот он. Смотрите, что это за такое. Да чудо-юдо. Оу-оу-оу-оу. Махач, ребята. Насмахач, насмахач. Хот-догами. Есть, кого-то сбили. Кетчупа наказали. Наверное. О, есть. Дал два сундучка. Очень даже неплохо, ребятки. Очень неплохо. Да отвали ты от меня. Фу. Ребята, мы прошли его. Два сундучка. Ну что, мне надо винтики. Винтики. Да ё-моё!
собрать все. А мне нужны были винтики, ребятки. Чтобы улучшение устройства докупить. Может, он скинет, что принесет путное. Немножко деньжат. Да и на том спасибо, да? Ну что мы можем? Улучшить еще движок? Нет. Ребята, надо новые бомбы нам. По-любому бомбы надо и все. Ну что, следующий уровень, наверное, следующая зона будет. Да, ребятки, смотрите. Ничего, тут мы потом переиграем. Следующая, смотрите, какая у нас трасса. Где-то в горах будем ехать. Ну что? Может, какого-то нового противника увидим? Ну, давайте опять на среднем этом, потому что я в нашу... особо в нас не верю. Да что ты сделаешь? О-о-о-о! Взяли сразу сходу один сундук. Это хорошо. Так, надо побольше собрать этих рубинчиков нам. О, смотрите, я тут на рельсах. Прикольно. Прикольно. Ой, по кнопкам. Полет мне. Нате бомбу. Осколочная неплохо осколок нарвет. Хорошо, у нас еще есть кнопка в запасе. Если кто-то сейчас у нас такой серьезный нападет, ладно, давайте на этого Бигфута используем ее. Еще один Бигфут. Ух ты, кто-то меня споймал. Поэтому сматываемся к нему, ребята. Юху! Вау, там было супер оружие, но ничего страшного. На тебе. Бигфутяра. Кстати, у отколочной бомбочки намного лучше. Ё-моё! Так, я буду крутиться, пока не возьму всё-таки этот сундучок. Да ё-моё, не могу его взять. Так, а если мы побольше покрутимся? Сейчас, и сейчас попробуем, ребята. Есть, вот так, ребята, так бы мы его просто пропустили бы, и всё. Хорошо, хорошо. Воу, смотрите, какой-то там новенький мини-боссик. О, куда мы упали? На тебе осколочную. Что это было за какое-то колесо крутящееся? Так, хорошо, два подарочка. Два колеса. О, что за колеса такие? Смотрите, их много, ребята, их стало уже много, слишком много. А бомбочек у меня слишком мало. Бомбочек вообще нету. И жизни тоже нету. Ой, нет, ребята. Перед самым финишем. Перед самым финишем меня сделали. Фу, слава богу, у меня была жизнь. Так, два сундучка. Да ё-моё, где винтики-шпунтики? Нету винтиков-шпунтиков нигде. Что, идем в магазин? Так, денег у нас немного. Поэтому можем только улучшить наши бомбочки. Что? Жалко, нету винтиков. Итак, следующий уровень. Следующие, ребятки. Васаби. Прикольно, кетчуп уже стал васаби. Давайте посмотрим, кто тут у нас крутой такой. Этот новый васаби, кто нам? Ну, этот, нет, ты же не васаби. Ну, ты что? Или мы сейчас на ровном месте погибнем? Да. Ой, было классно. И у меня жизни не было останавливаться. Так, давайте вернемся в магазин. Я немножко подзаработал денег, потому что, как вы видите, этот уровень сложный. Давайте крутанем заодно спинчика. Вот еще немножко денег нам прибавилось. И смотрите,
В чем фишка? Мы можем наконец-то какие-то устройства себе докупить. Мы насобирали эти всякие предметы и теперь можем купить крафт и взять какой-нибудь магнит, сейчас нам доступен. Есть, мы взяли магнит. Нет, ребят, я смотрите, у нас магнит. Этот все-таки еще пока не взят, потому что, видите, не прошло время. То есть, когда пройдет это время, тогда он, типа, сделается, я так понимаю. Что пишите в комментариях, если я ошибаюсь. Ну что, давайте еще мы улучшим какую-нибудь пушку, наверное, да? Или бомбочку, или улучшение. Движок до конца прокачать, купить бомбочку. Давайте купим бомбочку. И еще может, и еще у нас на двигатель останется. И на пушку. Давайте, ладно, я лучше за пушку. Ну все, пробуем, ребятки, пройти. Где у нас? Вот он, 20 уровень. В васаби. Я еще с тобой не встретился сегодня. Надеюсь, это произойдет. Давайте поставим средний, потому что у нас машинка так себе. Не особо-то и прокачана. Две васаби. Одна бомбочка. Будь футяра, свали отсюда. На тебя, осколочная. Есть. Наша пушечка нам помогла немножко. О, а это что за колеса? Колеса. Оп-оп, классно, мы их обминули, да? И взяли жизнь, хорошо. О, и взяли одну бомбочку. Одну мало. Нам надо сундуки искать. Так. Кто у нас здесь такой? Блин, промазал. И расходовал на него бомбу. И только... Воу-воу-воу-воу-воу. Меня это атакует, как его? Квадрокоптер какой-то. Закрыто? А что закрыто? Блин, там была, по-моему, жизнь. И по-любому, я думаю, сундучок, наверное, скорее всего, лежал в таких местах. Хитрых, но по-любасу лежит. Ну. Вообще ничего не беру, ребята. Так грязно прохожу этот уровень. Так я хочется потом его переиграть, наверное. Попасть в тот панель, который там был закрыт. Ну что это за колёсико такое? Которое мне, кстати, жизняк неплохо так отнимает. А, на него и бомбочка особо не действует. Ай, супер оружие не взял. Знаете. Мы уходим. Фу, вот, кстати, была жизнь, ребята, я ее промазал. Зацепил. Ну ничего. Немножко чего-то взяли, каких-то предметов. Ничего нам нельзя улучшать. Уровень прошли плохо. Ну что, ребята. На сегодня, наверное, все. В следующем видео у нас нам дадут больше денег, больше каких-то предметов, и мы сможем с вами уже окончательно улучшить нашу машинку и дальше проходить эти уровни. На этом все, ребятки, с вами Никита Долгоемс, пока, до скорого следующих видео.